дома, фонарь и помойка. Больше ничего не поместилось на самой короткой в России улице, которую открыли картографы в Новосибирске. Рекордно малой длиной, всего в 40 метров, оказалась улица Сибстройпути. Так она прекрасная и поэтично называется. Она отодвинула на второе место улицу Венецианова в Москве, в столичной коротышке, 48 метров. Венецианова. Правда, новосибирского рекордсмена городской достопримечательностью никак не назовешь. На трехмерной панораме улица Сибстройпути оказалась совершенно случайно. До последнего времени она даже и на карту-то не была нанесена.